Представитель полиции заявил в газете, что они, возможно, никогда не найдут преступника. У нас есть несколько вопросов об Анике. Это было так давно, знаешь. По мотивам убийства Марианны Ваавстра. Я нашел удар в грудь. Дело об убийстве, потрясшее страну и расколовшее общество. Ты тогда видел парня из центра беженцев. Да, он сделал вот такой жест. Я не уверен. Вы что-то упустили? Прыжки. Я хочу тебя поймать. Я должен был отвезти ее домой. Так мы договаривались. Мы можем его взять. Ты догонишь его пешком. Правда, осторожно. Извини. Настоящий бутерброд. У меня хорошие новости. Ты его поймал.